Друзья, всех приветствую на канале ДНК. У нас в гостях снова замечательный человек Хасай Магомедович Алиев. Добрый день. Здорово. Хочу сказать, вот эта картина «Берегиня», она как раз-таки будет нам как бы защитой на планете в наши сложные, так сказать, годы перемен. Берегиня, мать Берегиня, природа Берегиня. Здорово. Друзья, кто, если вдруг не помнит, Хасай Магомедович Алиев – это доктор, психиатр, начинал в аэрокосмической отрасли. Самое главное, что человек, разработчик и, скажем так, вы как бы обнаружили, да, этот метод психической саморегуляции, это метод-ключ. И основатель школы человека будущего. И что меня особенно заинтересовало, Хасай Магомедович Алиев начал как бы разработку, создание нового направления научного, да, которое называется наука человечности. То, чего так сильно не хватает, как мне кажется, сейчас в современном мире, человечности. И очень любопытно и интересно наблюдать за тем, как эти поиски продолжаются. И мы в прошлой беседе остановились на том, что мы пообещали людям некие элементы практики, да, что вы покажете какие-то, так сказать, очертания. Понятно, что в рамках передачи это сделать где-то будет сложно, но тем не менее. Очень в комментариях люди говорили, давайте практику метода ключ. Что скажете, Хасай Магомедович? Насколько это... С удовольствием, потому что как раз-таки метод ключ, он и состоит из философии, что человек творец. И, соответственно, методических приемов, новых принципов и правил подбора индивидуальных действий, самых простых и комфортных, с помощью которых человек может открывать себе Творца. А Творец человека открывается, когда он умеет управлять стрессом. Потому что стресс – это неуправляемый транс, он включает механизмы инстинкта самовыживания, и в стрессе вообще-то человек и эгоист. И ведомые. За авторитетом, за страхом и так далее. И вот когда он снимает стресс сам, не с помощью там массажиста, бутылки там или каких-то тренажеров, а когда научается сам снимать стресс, регулировать свое состояние, вот тогда и открывается в нем необыкновенные ресурсные возможности, которые в каждом из нас заложены от природы. Каждый из нас творец. И вот, чтобы открывать его в себе, я сейчас покажу несколько простейших действий, которые позволяют раскрепоститься. Вот в методе ключ есть короткие приемы раскрепощения, и есть упражнения, которые позволяют не только раскрепоститься и открыть себе какие-то существующие реальные возможные качества и способности, но и выходить на нулевое состояние, так называемое состояние свободного сознания, когда нет страха, шаблонов, там каких-то комплексов. Но это по существу нулевое состояние, которое каждый из нас испытывает очень часто, не обращая на него внимания. Это когда он переходит в сон, например, и выходит из сна. Но то же самое это у него и происходит, когда он обычно задумывается так глубоко, музыку слушает там, или там сидит, смотрит там, как свечка, пламя свечки, или море колышется. Но в какой-то момент у него бывает состояние, когда мысли протекающие не сопровождаются эмоциями. И этот момент, как бы две половины мозга размыкаются, механизм работает, но реакции нету. Такое бывает, когда ты еще не до конца проснулся, утром встал, еще продолжаешь как бы спать, а потом вдруг вспомнил, что у тебя сегодня экзамен, и включился. Вот до момента вот этого включения, вот это нейтральное состояние. Вот это состояние, если задержать по времени, оно и будет нирвана. Или состояние дзен, или состояние медитативное, или состояние фана. Ну так и в разных религиях оно каким-то образом
поскольку у людей это по механизму их природы существует, на этой основе создались религии. Не религии научили человека быть человеком, а природа человеческая создала религии. Описала это в форму какую-то. Да. Вот, например, в религиях достижение этого состояния происходит за счет молитвы. В молитве есть содержание, смысл, есть как раз-таки ритмовое повторение. Вот это ритмовое повторение, оно как раз-таки снижает напряжение. Потому что когда человек... Я сейчас перейду к конкретным вещам. Это и так очень конкретно, очень да. интересно. Вот когда человек совершает какую-то молитву, будь это в любой религии, совершает молитву, вот там есть смысл, ну, он обращается к Богу, там, как он себе его представляет, и там повторяет какие-то слова мысленно и так далее, или мантру повторяет где-то. Вот это повторяемое действие, оно снижает напряжение. И в конечном счете он, повторяя молитву, выходит на это состояние, когда у него на душе становится нулевое состояние. Это состояние контакта с вечностью. Это состояние такой глубокой душевной тишины, покоя, безмятежности, безвремения. Когда он находится в состоянии, как бы вот... не сейчас в моменте стресса, а вот в таком состоянии вечности. И вот это состояние есть нулевое состояние. Но если человек в этот момент занят размышлением каким-то, поиском какого-то решения какой-то своей проблеме и пропускает это через повторяемые действия, вот я сразу сейчас скажу, например, если вы переживаете о чем-то, очень сильно переживаете, там несчастная любовь, или там потеряли деньги, или там машинка сломалась, стиральная, или еще что-то случилось. Я просто перечисляю, что это не зависит от того, что именно случилось. Если вы переживаете очень сильно, у вас стресс, и вы не знаете, как найти выход из этого тупикового состояния, если вы просто будете покачиваться вот так, как волна, получается та же повторяемая, механизм повторяемого действия. Если вы себя отпустите, как плещется волна, как качается березка на ветру, как водоросль в воде. Если вы просто себя отпустите и соедините переживания с автоколебаниями. Телесными. Вот это соединение, да. Это механизм, через который пропустятся все переживания, и вы выйдете на состояние такого, ну, такое состояние безмятежности. Если у вас был очень высокий стресс, мы обычно на индикаторе виртуальном говорим, вот если 10 – это очень высокое напряжение, а это 0 – это тишина, это покой, это штиль, а 10 – это шторм. То если, допустим, у вас было 10, то у вас через несколько минут, если вы продолжаете переживать, о чем переживается, но отпускаете себя вот на такое, знаете, комфортное покачивание. Можете из стороны в сторону, можете вот по кругу, ну кому как удобно. Подбираете именно по так называемой зеленой зоне, то есть наибольшие, простейшие, комфортности, то есть делайте так движения, которые вам приятны. И когда вы делаете как вам проще и приятнее, повторяемое действие, переживая, о чем переживается, соединяя переживания с повторяемыми действиями, автоколебания, вы выходите на состояние вот этой полной глубинной безмятежности, безвремения, вечности, бесконечности. Вот, собственно говоря, это и есть нулевое состояние. Ну, Будда, например, искал это много лет, нашел, и говорят, что он не мог объяснить, как же все-таки это быстро делается. Потому что слов трудно подобрать, чтобы человеку это объяснить. И вот сейчас это состояние современные психологи уже много лет, как-то вот последний, называют дефолтом работы мозга. Это состояние, когда мозг не реагирует, как компьютер на всякие, или как смартфон на всякие сигналы. И там он как бы вот в таком состоянии нулевом
пассивном состоянии, но на самом деле, оказывается, оно не очень пассивное. Потому что в этом состоянии происходит переработка массы информации. Там происходит много личных опытов, которые есть у человека. Они как бы сплавляются в единый опыт развития личности. То есть это очень интересное состояние. Оно по-разному называется. И состоянием психической релаксации, и состоянием нирваны, и состоянием... Ну, очень много названий. Но очень многие люди не могут найти это состояние, потому что они чего-то ждут необычного. А вот это ожидание необычного, вот что-то будет голова пустая, вот это пустоту. Ожидание этой пустоты, вот многие люди, я так заметил по своей практике, я тоже такой был в юности, я никак не мог расслабиться. Потому что я все время ждал, что это что-то такое необычное, это всегда в книгах каких-то писалось, что это какие-то высокие достижения у йогов, самадхи там бывает и так далее. Я себе это фантазировал, что-то такое необычное, хотя я каждую ночь засыпал и просыпался, это состояние испытывал, но я никогда не отдавал себе в этом отчет. Проскакивали, да? Ну, как и всякий человек, вот этот между бодростью и... Да, да. А вот интересно, вот я как раз сегодня, как раз ночью засыпал и просыпался с мыслью, а почему же вот все-таки люди часто утром, когда просыпаются... Некоторые стараются сразу записать то, что какие умные мысли им приходили ночью, во сне. А почему они стараются записать? Потому что потом, как корова слезала, потом ты пришел в бодрое состояние, в обычное состояние, и забыл. И ясность мышления куда-то девается. Такое ощущение, вот, что там настолько ясно и такая до скрипа, такая мысль четкая, быстрая, все понятно. Проснулся и как будто в оболочку, в тяжелую такую оделся. То есть сразу что-то увяз в медлительности мира, да, физического. Вот интересно, это вот я понял, в чем дело. Но я хочу это сформулировать. Я понял, что как раз-таки я был озабочен этим вопросом. И поэтому, входя и выходя из сна, проходя вот это состояние между сном и бодрствованием, этот вопрос у меня решался, обрабатывался, и все, наверное, так делают, у всех, наверное, так происходит инстинктивно, обрабатывался, и я понял, что вот это состояние, которое мы проходим, в какой-то момент ты чувствуешь... В едином моменте ты разом чувствуешь все. А потом, когда ты вышел из этого состояния, у тебя фрагментируется по аспектам. И как, я говорю, корова слезала или как волной смыла. Раз, и ты уже в другом состоянии, потому что у нас в обычном состоянии бодрствования рациональное мышление, разумное. А там, в этом состоянии, когда ты между сном и бодрствованием, там ты находишься в таком перекрестке между рациональным и иррациональным, между конкретностью и вечностью. И вот когда ты проходишь, дрейфуешь между сном и бодрствованием и занят каким-то волнующим тебе вопросом, он, в конце концов ты выносит тебе какие-то умные мысли, которые ты хочешь потом записать и не забыть. То есть это состояние, когда ты какой-то момент... Одновременно все, как бы ты там чувствуешь, вот если все сейчас прислушаются и вспомнят, как они находятся в дремотном состоянии, вот как они спят, ну, допустим, представят себе, как они засыпают и думают о чем-то, то там в какой-то момент кто-то может сейчас вспомнить это состояние хорошо, когда одновременно... В единый момент разом все вместе ты понимаешь. Всю картину мира как-то ты сразу понимаешь. В какой-то момент. А потом ты вышел из этого состояния, и уже ты, как говорится, в каком-то направлении рациональном находишься. А там в единстве все, там мозг, и там как-то так вот, как-то мозг наш так устроен. Я хочу еще сказать сейчас для того, чтобы...
Простите, да. Я хочу предложить вот в разделе «Практика» сейчас нашим зрителям, вот они сейчас продолжают нас слушать, и каждый из нас, я думаю, чем-то встревожен, и что-то там, так сказать, параллельном обработке происходит, и что-то встревожит. Друзья, я предлагаю вот выполнить то, что Хасан Магомедович сейчас предложил, в этот момент выйти на автоколебания комфортные, да, любой частью тела, вот в том-то и смысл этой методики, этой ключ, что вы как свой индивидуальный ключик подбираете к себе. И напишите в комментариях через там какое-то время, удалось ли вам снизить напряжение. И продолжайте дальше слушать. Сначала измерьте визуально. Да, вот, да. Да, условно. Очень интересно, как это у вас получится на практике. Продолжайте, Хасан Магомедович, да, очень интересно дальше. Да, и вот что здесь интересно. Дело в том, что вот это же состояние можно получить автоколебания в соединении с переживаниями, и можно получить с помощью идеомоторных приемов. Например, если вы положите руки как бы на воду, перед собой вот так вот, если вы стоите стоя, если вы сидите сидя, если вы лежите лежа, вот так положите руки как бы на воду, чтобы они были на весу, но чтобы плечо не было напряженное. Если у кого-то шея там блокирует, у вас ничего не получится сразу. Надо найти такое положение удобное, когда они такие свободные. И размечтаться о том, что они притягиваются или расходятся в разные стороны, или идут вверх, или идут куда. Вот прислушаться к рукам, а куда же им хочется идти? И отпускать туда. И вы заметите, что здесь, когда происходит связь между вашим ощущением, куда же руки хотят пойти, и вашей свободой отпускать туда, когда соединяются несколько уровней ваших, ну, мозговой деятельности, вашей личности, тела, эмоций и образов, и соединяются в целостности, вы заметите, что вы тоже туда попадаете. Сразу появляется вот это состояние, руки, допустим, пошли, и в этот момент вы начинаете чувствовать, что стресс снижается, и вы попадаете в состояние, когда вы как бы не хотите ни о чем думать. Это такое состояние пофигизма, если можно так выразиться, такого, ну, приятное состояние. Это вот то самое состояние, ради которого мужики водку пьют. Это вот, чтобы вы не удивлялись, я просто привожу примеры, чтобы сразу понять, что у нас в организме весь механизм, вся аптека от природы, выработанная за миллионы лет эволюции, эндорфины там. И в этот момент, когда стресс снижается, соответственно, у вас получается, что адреналина становится в крови меньше, а эндорфина больше. И поэтому появляется такое состояние блаженства, такое состояние миролюбие, вот почему мужик не напился, они, ты меня уважаешь. Ну, потому что снимается напряжение, и в какой-то момент возникает, душа требует свободы. Душа требует свободы. Выпивка – это вредно, потому что зависимость потом, потому что внутренняя фабрика потом перестает вырабатывать эндорфин, раз идет внешнее потребление. И потом надо вот пристрастие. Почему получается? Потому что механизм внутренней фабрики перестает генерировать. Но с другой стороны, пьяные люди, если делают вот эти упражнения, если они хотят выйти из зависимости, они быстрее выходят из зависимости, применяя вот эти автоколебания, применяя идиомоторные приемы левитационные. То есть по существу здесь надо подбирать то, что вам больше подходит. И вот этот принцип подбора путем перебора. Множество действий, которые есть. Если вы их подбираете, которые вам подходят, и вы их повторяете, у вас наступает элемент, так сказать, освобождения от зависимости, освобождения от блоков. Вы начинаете выздоравливать, у вас повышается иммунитет. Я вам сейчас покажу еще кое-что. Очень интересно. Такой вопрос, позвольте задать. Вот ключ, это я на практике тоже ощущал, он где-то даже мгновенно просто начинает вот снимать напряжение, помогает снять стресс. Но есть такая проблема 21 века, да, прям эпидемия депрессии. То есть это
некое такое, наоборот, заторможенное, апатичное состояние, потери вкуса к жизни, интереса к делам. Ну, понятно, что есть много взглядов на эту проблему. Кто-то говорит, что это исключительно биохимическая проблема, там, значит, нейромедиатор в мозге, сбои. Ну, мы понимаем, что это комплекс всех ответов на этот вопрос. В общем-то, как ключ может помочь с депрессией? И какие, может быть, применять упражнения для этого? Для того, чтобы просто выйти из вот этого залипшего, заторможенного состояния потери интереса и апатии? Ну, я хочу сказать, что, как врач хочу сказать, что есть эндогенная депрессия, это как психическое состояние, да. А есть ситуативно обусловленная, ну, по предмету обстоятельств, естественно, есть и так называемое выгорание, когда человек перетруженный, когда он все время в токсичной среде эмоциональной находится. У врачей часто бывает, у психологов, когда их грузят и грузят больные своими жалобами, своими депрессиями, своими страхами. И я вот на себе все время это испытываю. Когда ко мне звонят там невротизированные люди и говорят, вот я спать не могу, я вот только сел за компьютер, вот я только сел, хочу хорошие мысли записать, у меня все там, творческий экстаз начинается. И в этот момент мне звонит кто-то и говорит, вы знаете, я опять вчера не спала там. Вот это тоже вызывает так называемую депрессию, но это не психическое состояние, как эндогенная депрессия, надо различать. Надо различать, это просто состояние у меня, которое восстановимо. Вот если я занимаюсь ключом, хорошо высыпаюсь, дышу свежим воздухом, снимаю у себя блоки, там точным массажем, помогаю себе и так далее, это восстановимое состояние. А вот это вот, когда эндогенное психиатрическое заболевание, клиническая депрессия, это когда не по каким-то обстоятельствам и причинам, а само по себе, независимо ни от чего. Вот у вас все есть. У вас дворцы, у вас там колодцы со свежей водой, у вас свежий воздух, у вас любимые женщины, их сотни. Ну, я шучу, я шутник. А все равно депрессия. Вот это вот может быть эндогенная депрессия, устанавливает врач, психиатр. И он вам назначает лекарства какие-то, потому что действительно мозгу трудно справиться. Каких-то ферментов не хватает, каких-то там гормонов не хватает. Ну, все зависит еще от искусства врача, конечно. Это никто скрывать не будет, потому что если врач на своем месте, как говорится, есть врач от Бога, есть врач, так сказать, который высидел штанами себе золотые медали и дипломы, это разные вещи, но тоже надо понимать. Сегодня век более современный, люди понимают, что подбирать надо не только действия в ключе, подбирать надо еще с кем-то общаешься и так далее, да? Но это вопрос сложный. Но я отвечаю на вопрос, как быть с депрессией, в первую очередь, как врач сказал, что надо разделять депрессию ситуативно обусловленную. Там можно восстановиться, и ключ помогает здесь 100%. Тут вопросов нет. А вот эндогенная депрессия, ну это, извините, уже надо под контролем врача. Да, да, безусловно, сложности. Ну вот в картине, которую вы описываете, кстати, здорово вот резонирует то, что вы говорили про молитву, чувствуется, что вы это говорите на опыте, ритмовое повторение, плюс там еще есть параметры частоты звучания, да, тоже имеет значение, то есть звука, да, на определенных частотах. Если мы там в храме находимся, причем тоже заметил в любой религии, как бы чтец молитвы или как бы, кто-то поет молитву, он выходит на определенную частоту звука. Замечали, наверное, да, об этом? Это же тоже колебание, это же тоже, конечно, конечно, которое само по себе успокаивает и снимает напряжение. Алексей, я можно я еще одну же скажу? Конечно, дело можно. Дело в том, что стихотворение. Вот. Слог, слог, ритмовый. Это же отсюда происходит. Вот это есть рациональное мышление у нас, а есть вот другое состояние. Вот это медитативное состояние, когда мы находимся
Вообще я так сформулировал, что поэт – это человек, который общается с вечностью. То есть у него другой ритм мыслесложения. Вот этот ритм, о котором сейчас, Алексей, вы говорите, это как раз-таки и песенный ритм. Это стихотворный, стихосложенческий ритм. Это еще какой-то, знаете, очень много таких интересных вещей, которые связаны с этим ритмовым началом. И вот то, что человек не может в обычном состоянии сформулировать, если он найдет определенный ритм в состоянии своем, он начнет стихами формулировать, потому что там между одной фразой и другой фразой целые столетия можно положить. Почему вот эти вот мудрецы были, они там стихотворно говорили, метафорами говорили, которые вот эти слова постоянно мы читаем, помним там и так далее с древних времен. Они же сказаны в другом ритме. Они так сказаны, что они западают. Да, потому что они найдены ими. Вот между сном и бодрствованием я хочу сказать, я недавно делал у себя в школе «Человек будущего Homo Futurus», как раз таки рассказывал вот это нулевое состояние, с чего мы начали говорить. Ведь на самом деле художник Сальвадор Дали находил это нулевое состояние, чтобы освободиться от штампов мышления и рисовать свои гениальные произведения. Ну, кому не нравится, это другой вопрос. Но он же рисовал нестандартно. А за счет чего? Он раскачивался в кресле, вот как я рассказывал, в удобном для себя ритме. У него в руках был металлический ключ, его монах один Капуцин научил. И он раскачивал, внизу был медный тазик, чтобы он не заснул, потому что ключ падал и звенел, и он просыпался. То есть он искал состояние между сном и бодрствованием, о чем мы говорили. Думая о своих картинах. А ведь другой же может думать не о картинах, а о решении какого-то вопроса своего. Тоже так же сделать. А третий может там думать о том, какие стихи написать, а четвертый может думать, где деньги добыть. Неважно, какой вопрос вы решаете. Важно то, как вот он делал. В каком состоянии, да? Да. И вот Сальвадор Дали сидел вот так вот, и когда он входил в это между сном и бодрствованием, в дремоту покачиваясь на кресле там или на стульчике, да, и у него ключ был металлический, а у нас ключ, так сказать, еще дополнительные упражнения. Если у вас так сразу быстро не получается, попробуйте вот по практике сделать упражнение, короткое раскрепощающее упражнение, хлёст, например. Это, если вы напряжены, вот так просто раз, свободно. Потом сделайте лыжника, вот так вот. И подбирайте, как вам нравится. Хотите руки вверх закидывайте, хотите вниз закидывайте, а хотите немножко полусогнитесь, как лыжники. То есть вы можете подбирать любое действие, или как дети делают шалтай-болтай и думают о своем. Да, детки постоянно крутятся. Вот они, вот он не может, как бы ребенок, стоять просто, да, я вас внимательно слушаю, мне 4 годика. Знаешь, как бы вот, то есть человек, получается, вот этот маленький, он снимает напряжение автоматически, да, то есть не задумываясь об этом. Получается вот, что когда человек находится в стрессе, он как бы в выживании, то есть бей или беги. Да. А если я в выживании, в этот момент, я ж не могу быть занятым созиданием, да, то есть, ну-ка, подождите, волки, не ешьте меня, я размышляю, как, нет, тут если волки, то я бегу, спасаюсь, а потом уже, когда успокаиваюсь, могу подумать о дальнейшей жизни. Как бы, ну, здесь очень важный момент, что человек не создан для стресса, он не создан для выживания цикличного, постоянного и бесконечного. А волки эти, они вполне себе, как бы, виртуальные, да, то есть тревога меня донимает за 1000 вот этих вопросов, которых вы там описали, например, совершенно у каждого разные свои. И получается, когда мы снимаем стресс, мы высвобождаем то, для чего предназначен человек, да, для творчества, для созидания. Я вот вижу у вас за спиной картины, вы же не сразу
рисовать стали. Это же к вам пришло попозже, насколько я помню, да? То есть, ну, относительно уже в таком зрелом возрасте. Расскажите про этот опыт ваш и как ключ вам помог вот именно прийти к высвобождению этих творческих сил, которые вечно находятся под блоком стресса. Вот не есть у каждого человека эти творческие силы, но вот человек от работы, от звонка до звонка занят стрессом, стрессом, стрессом. Как у вас это высвобождалось и как это сделать нашим зрителям, себе? Алексей, я скажу, что все люди на Земле, они по природе творцы. Вот просто многие знают об этом, многие не знают об этом. Потому что многим там сломали судьбу, просто говорили, человек начал там что-то делать, а ему кто-то говорит, да кому это надо там. Или он что-то начал делать, а потом думает, а толк-то в чем. Ну и, короче, не развивает себя в этом. На самом деле, вот каждый человек имеет талант. Это просто быть не может, чтобы психически здоровый человек не имел таланта. Есть какие-то таланты. И вот счастье человека заключается в том, чтобы раскрывать свои таланты и способности, заниматься тем, к чему тебе природа предназначила, дала тебе, как говорится, аванс такой. И если ты это не делаешь, если не раскрываешь, ты болеешь. И вот поэтому я всегда рекомендую, как психолог, я всегда рекомендую, чтобы люди имели как можно больше досуга. Чтобы они занимались любимыми делами, независимо от того, даст это выгоду какую-то, не даст это выгоду, но когда он делает любимое дело, человек, когда занят любимой деятельностью, там, где синхронизируется его талант с его действиями, там он обретает свою внутреннюю целостность, он тогда здоровее. Вот поэтому я тоже любил в детстве. На промокашках там в школе сидел, рисовал там самолетики, рисовал все. Но у меня была мысль, что я не художник. И у многих такая мысль, потому что нас водили детей на выставки, там смотрели Айвазовского, там смотрели Шагала, там смотрели, я думаю, ну я при чем тут, там высокое искусство, а я-то кто? И вот многие люди так заблокировали. А на самом-то деле мы блокируемся, потому что нам кажется, что рисовать надо вот так, как рисовал Айвазовский. А вот и стал Айвазовским, потому что он никого не слушал. Он рисовал так, как ему хотелось. Так, да, вот это важный момент. И у меня в жизни случился такой казус смешной, что я размечтался как-то, что рисовать будут только шедевры, и все будут приходить и делиться, какую я диво совершил. Размечтался на фоне приема ключа. То есть я себе представлял, что руки расходятся, в это время тело начинает покачиваться, я размечтался, что рисовать будут только шедевры, как все приходят, смотрят, какое диво я совершил. И вдруг я заметил, что я перестал в этом сомневаться. Я думаю, ну хочешь рисуй, кто тебе мешает? Я начал рисовать. Так я снял блок у себя. А он у меня был, оказывается, с самого начала. В школе нас так воспитывали. На выставку вводили, говорили, о, гений, вот. А я думал, а я-то при чем? То есть я был я, а высокое искусство там где-то. И вот мой друг Юра Августович, его папа художник, мама художник известный, и он будет художником, и пятерки он получал на рисовании. Вот он будет художником, а я нет. А кто это определяет, да? Да. Учительница в школе? Вот стереотипы у нас такие, стереотипы. Нас всегда вот... Нам в школе не говорили, вот я, по крайней мере, когда учился, нам не говорили, что каждый человек гений. Нам просто это не объясняли. А надо понимать, что человек по природе творец. Да, но религия-то это взяла и говорит, что по образу Божьему человек создан. Правильно, там же сказано, решил Бог создать человека по своему образу и подобию. В начале Библии написано же. Конечно. Да, ну так что религия взяла, а наука, так сказать, пока так постепенно к этому идет, чтобы придумать, определить, как работает мозг,
чтобы любой человек, уже начиная со школьного возраста, мог раскрепощаться, мог освобождать в себе вот эту энергию творчества, вот этот страх, который, стресс, который, вот эти вот негативные эмоции превращать в позитивные достижения, как стресс-трамплины. Как Алексей сказал, вы сказали сейчас в самом начале, что как бы вот эту вот стрессовую ситуацию использовать, а не покориться ей, потому что там же не только инстинкт бежать, бить, но и там лежит потенциально созидательная вещь. Если раскрыть вот этот стресс, там очень мощная энергия. Да, очень мощная энергия. Вот я люблю приводить пример своим студентам, там врач приводил, что мать, спасая ребенка, вагонетку подняла, которую потом 5 мужиков на место не могли поставить. Стресс же ее заставил. Но она знала, ради чего. Спасти ребенка. И она сделала это. Это стресс-трамплин получается. Значит, в стрессе большая энергия. А когда не ради чего, когда мы не знаем, куда тратить свою энергию, когда у нас нет ради чего, вот эта энергия нас может действительно задавить. Очень часто просто само по себе здоровье, если человек где-то не понимает, зачем оно, то вот его и нет, этого здоровья. Да? Когда просто оздоровиться, очень важно же найти ответы, а куда применить свободное время, свободные силы, как куда применить их в созидательное, в какое-то экологичное русло, да? Как, да. Это, как эти блоки снимаются? Вот это многолетняя практика или это происходит быстрее? Ну, я так понимаю, что индивидуально, в общем-то, но тем не менее. Как вот эти блоки, как снять... стереотипичным. Ну, что вы сказали, нам не говорили, что гении, это в лучшем случае нам не говорили, что мы гении. Обычно говорят, эх ты, Петров, да ничего вообще из тебя не будет. Да, потом да. Люди некоторые вопреки, конечно, добиваются успеха. Да, все равно природа заставляет, потому что человек творец. Вот я хочу ответить на вопрос, Алексей. Дело в том, что я сейчас раскрою... самый современный уровень ключа. Раньше этого не было. Вот раньше были хлёст, лыжник, шалтай-болтай, легкий танец. Это в учебнике по физкультуре в российских школах профессора Матвеева. Ну, профессор Матвеев у нас очень известный специалист. И он там синхрогимнастику по методу ключа для саморегуляции поставил. Это уже несколько лет. А вот есть более высокие достижения по ключу, вот, которые сейчас, я вам сейчас скажу, и кому-то это будет очень интересно, потому что, оказывается, эти приемы и упражнения можно сделать из своего личного опыта. Например, вспомнить, когда вы были счастливы, когда вы были в таком состоянии, которое вы хотели бы у себя повторять в жизни. Ну, например, когда вы в волейбол играли, когда вы в теннис играли, когда вы бегали, или, допустим, стояли у березы, размышляли, смотрели на солнышко, или как птички поют. Вы можете вот это действие в памяти тела извлечь в памяти, воспроизвести действие без березы. Допустим, вы дома сейчас находитесь, березы нету, или нет спортзала, или вообще нету моря, где вы любили купаться. Вы можете вспомнить, что вам было приятно, и сделать из этого упражнение для ключа. Вот, например, вы берете, вспомнили, что вы стояли у березы, допустим, и встали именно в эту позу. В комнате у себя, вот ничего нету, никакой березы, ничего там. Вы просто встали именно в ту позу. Именно так голову положили, именно так руку держите, именно так стоите. И если вы воспроизведете по памяти тела ваши действия и положение тела, и постановку головы там, и так далее, вот точно воспроизведете, вдруг вы ощутите, как голограмма откроется, что вы как будто прямо там и стоите, даже можете пение птицы услышать.
Даже запахи. Да, это интересная штука. Здорово, предлагаю попробовать всем нашим да, зрителям. Да, и стресс можно снять сразу, конечно. Вот эти вот, вы можете, перебирая разные действия, которые вы в жизни делали, найти то действие, потому что у нас есть память тела, она связана с состояниями обратной связи, и воспроизвести из памяти тела, воспроизводить те действия, превращая их в упражнения. Вот можно колебаниями, колебаниями, а можно хлёст, лыжник, там, шалтай-болтай, там, легкий танец, там, всякие движения. А вы можете сами себе создать на основе вот этих принципов ключа, моделировать то действие, которое вам нравилось. Кому-то нравилось плавать, так вы стойте в комнате без всякого бассейна и делайте эти движения. Или там на коне скачите, или на байдарке плывите. Ну, делайте любые движения. А потом можете сесть и пустить мысль на самотек, выйти на колебания. И теперь пошло, да. Вот попробуйте. Как минимум, ничем не рискуете. Ну, если в этот момент не ведете самолет, например, или... да. В общем-то, это очень интересно. Самое главное, что я, знаете, замечаю, вот методы, которые по-настоящему работают, они, как правило, как-то вот, ну, принадлежат природе человека и либо крайне дешевый, либо вообще бесплатный. То есть... Вот этот миф про то, что чтобы излечиться, нужны там сотни тысяч, миллионы, какие-то суперсложные оборудования, или там, ой, эту болезнь лечат только, значит, там в какой-то стране, в одной есть доктор в суперклинике. Как бы такая создается иллюзия недоступности, только исключительные люди могут надеяться на выживание, там, значит, на шанс здорового бытия. А в действительности своей вот эти способы оздоровления, профилактики, они, как правило, вот чудо, да, вот для меня это чудо в том, что с одной стороны оно совершенно под ногами на поверхности, с другой стороны, конечно же, нужен такой человек, как вы, который просто это откроет, да, и покажет миру, за что вам, конечно, благодарность большая. Алексей, можно я одну вещь скажу? Нужно. Да, спасибо. Дело в чем? Дело в том, что тут надо некоторые вещи знать. Вот почему же так происходит, вот как вы сказали, что да, это у нас по природе, и на самом деле не нужно стресс никаких и так далее. Но почему это так вот мучительно долго происходит у человечества? Почему так долго разрабатывались йоговские методы тысячелетиями? Почему там так долго происходит вот это познание истины? И почему вот у меня так тоже много лет прошло, пока я сам это разрабатывал, потом уже вся школа разрабатывает, человек будущего Homo Futurus совместно. Почему происходит так много времени для того, чтобы дойти до простых вещей? Это очень точно. Да, вот это интересный момент. Дело в том, что очень много стереотипов. Очень много стереотипов. Мне изобретатель, очень известный изобретатель, он сказал, что самое главное, говорит, это найти в себе состояние абсолютной уверенности. Ты еще не знаешь, что ты решишь вопрос, но ты абсолютно уверен, что ты его решишь. И когда у тебя нет этого блока внутреннего, что ты, может, не решишь, вот эти сомнения, вот это из блока, как я про художество рассказывал. И вот когда ты научишься, вот давайте вы все, пожалуйста, кто хочет, учитесь вот находить автоколебания, а при этом помечтать о том, какой-то вопрос, который у вас никак не решается, что вы его решите. И у вас тоже открывается, снимается эта тяжесть сомнений. Вы еще не знаете, как вы его решите. Но когда у вас появляется ощущение, что вы его решите, в мозге запускается процесс поиска решения. А когда у вас нет уверенности, что вы его решите, вот этот механизм заторможен.
Да, это первое. И второе я сейчас скажу напоследок. Дело в том, что, конечно, там надо знать еще, и что если человек не выспался, а его начал вот так вот делать упражнения, то он может и заснуть. А если он там, девочка, например, много-много напряжения была, и она вдруг освободилась, и вдруг у нее град слез пойдет. Это уже такие вещи, которые надо знать по науке, по методу ключ. Надо выплакаться. У кого сонливость пойдет, надо выспаться. То есть, когда снимаешь стресс, потребности организма открываются, их надо реализовать. И как раз-таки исполняя то, что организм просит, когда ты снимаешь стресс, ты вдруг начал слышать, что ты же хочешь сделать, спать там, или плакать, или зевать там, или потянуться, или добавить каких-то движений, если ты это делаешь, вот ты как раз и становишься более целостным, восстанавливаешься. То есть эти детали, конечно, надо знать, поэтому у нас в книгах метод ключ есть, и в школе у нас. Ну, то есть, по существу, это просто. Это просто. Но вся беда в том, чтобы вот эту простоту взять и начать делать, и понять, и применять правильно. Да, ну, надо как-то вот немножко быть раскрепощенным. Потому что нас не учили быть свободными людьми. Нас учили всегда идти за авторитетом. Нам говорили, делай вот так. И повторяй, пока не получится. Терпи, если тебе плохо. Бог терпел и нам велел. Ну, нас как-то учили вот. А сейчас уже 21 век, и надо понимать, что мы творцы на самом деле. И поэтому нам нужно как-то разблокировать, пытаться разблокировать. Потому что если бы мы это поняли раньше, водки было бы меньше, наркомании В было бы жизни меньше. Да, конечно. минимум свои, да. Здорово. Ну, вы прям целую вселенную открываете, и вот это действительно мысль о том, что к самым простым вещам и самым простым открытиям очень длинный, долгий, тернистый путь. И чем гениальнее явление, тем оно проще, ну, тем самым к нему может быть, да, долгий путь. Но он стоит того, друзья, поэтому подписывайтесь обязательно, заходите на странички, на ресурсы Хасая Магомедовича Алиева, они все размещены у нас под видео в описании, на сайт Хасая Алиева, заходите на школу его, углубляйтесь, открывайте этот мир, собственно, вселенную собственной гениальности. Да. Это вот действительно вдохновляет, и эта вселенная, она просто вот здесь и сейчас есть прямо в ваших руках, потому что это вселенная, это вы. Царствие Божие внутри вас есть, пишет мудрая книга. И спасибо вам большое за оптимизм. Вот я еще слышу, что прям откликается мне, как будто бы немножко такие, знаете, части из книги Селигмана про оптимизм, что вот, применив еще к ключу, вот действительно, зайдя в состояние такого вот этого нулевого состояния, еще и в оптимистичное состояние, то я думаю, что вообще любые проблемы решатся как минимум почти что сами собой. Алексей, мы можем еще раз как-нибудь, когда у вас будет Обязательно. свободное время, еще раз дать какие-то детали уже практические. Потому что, естественно, за один раз сразу вот так вот все рассказать невозможно. Просто я болею, как и вы, за свое дело. Я вас очень уважаю, потому что вы пытаетесь людям раскрывать глаза на некоторые интересные вещи. Я очень вам большое спасибо. И пользуясь случаем, я и предлагаю, давайте мы там через месяц там, или когда будет у вас возможность, еще раз сделаем встречу с вашими зрителями, потому что мне так хочется, чтобы сократились войны на планете. Мне так хочется, чтобы кризисов было меньше. Да. Мне так хочется, чтобы люди научились сами управлять своим состоянием, энергией стресса использовать именно для своих достижений, а не только болеть под давлением этого стресса. Я нашел вас единомышленника и сподвижника,
И поэтому мы вместе делаем мир лучше. Поэтому я вам очень благодарен и вашим зрителям тоже. Спасибо вам большое. С огромной благодарностью и принимаю. И, конечно же, мы будем встречаться регулярно. Друзья, поддержите эти инициативы вашими просмотрами, комментариями. Напишите, кстати, как у вас получилось. Получилось ли снизить напряжение за время этой передачи, применяя методики Хасая Алиева. И если у вас есть в окружении человек, хотя бы один, единственный, который мог бы с любопытством отнестись к тому, что вы ему пришлете, вот отправьте одному своему человеку вот это видео, ссылочку. И эта миссия, которая высокая, и миссия, ради которой реально стоит потратить жизнь, которую озвучил Хасай Алиев, вот, станет все ближе и ближе к реальности. Спасибо большое. До новых встреч. Три точки ставим. У нас в гостях был Хасай Магомедович Алиев. Друзья, до новых встреч.